В Армавире стартовал месячник «Внимание, переезд». В текущем году на сети железных дорог произошло 139 ДТП по вине водителей автотранспорта, которые грубо нарушили правила дорожного движения. Существенно возросла и тяжесть последствий от таких столкновений. Погибло 28 человек, 53 получили травмы различной степени тяжести. Водитель, помни, железнодорожный переезд – зона повышенной опасности. Нарушение правил может привести не только к вашей гибели, но и массовой гибели пассажиров и порче груза. Тормозной путь поезда может составлять от 1000 до 1500 метров. Остановись до переезда, чтобы не перечеркнуть свою жизнь. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, необходимо одно мгновение. На территории Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры произошло 14 ДТП. 13 человек пострадало, двое погибло. Водителям напоминают о важности соблюдения правил переезда через железнодорожные пути. 24 августа сотрудники РЖД совместно с представителями ГИБДД на переезде в микрорайоне Кирпичном раздали больше сотни листовок с предупреждением. Данное мероприятие направлено на профилактику предупреждения правонарушений при переезде железнодорожных переездов и профилактику дорожно-транспортных происшествий. В соответствии с частью 1 статьи 12.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил проезда железнодорожных переездов предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере 5000 рублей или лишения права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев. В случае совершения повторного правонарушения ответственность предусматривается в виде лишения права управления сроком до 1 года. В Армавире с начала текущего года за нарушение правил движения через железнодорожные пути были наказаны 13 автовладельцев. Ирина Белик, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360, Армавир.